Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 апреля. Преподобная Феодора Нижегородская, в миру Анастасия. Васса, дочь тверского боярина Иоанна и его супруги Анны, родилась в 1331 году. В 12 лет ее выдали замуж за нижегородского князя Андрея Константиновича. После 12 лет бездетной супружеской жизни князь скончался, приняв монашество. Умер 2 июня 1365 года. Святая княгиня прожила в миру еще 4 года, а затем даровала свободу всем слугам, раздала имущество и поступила в Нижегородский Зачатевский монастырь. Ее постригал святой Дионисий, впоследствии архиепископ Суздальский, умер в 1385. В иночестве святая часто пребывала без пищи, день, два, иногда и пять. Ночи проводила в слезных молитвах, на теле носила власяницу. Она стяжала дар смирения и любви, и все оскорбления переносила незлобиво. Пример строгой жизни преподобной Феодоры увлекал и других. В ее общежительной обители постригались княгини и боярыни. Всего было около 100 сестер. Преподобная Феодора скончалась в 1378 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.